Над Заречным развивается Знамя Победы. Это точная копия штурмового флага 150-й ордена Кутузова второй степени Идрицкой стрелковой дивизии. 30 апреля 1945 года, ровно 75 лет назад, флаг 150-й стрелковой дивизии был водружен над Рейхстагом. Именно этому флагу, пронесенному через шквальный огонь немецких пулеметов, было суждено стать знаменем Победы. Более 300 копий Знамени Победы по поручению губернатора Пензенской области изготовлены и переданы в муниципальные районы и городские округа региона, в том числе и в Заречный. Официальные символы победы советского народа над фашизмом украсили главную площадь города и зареченские школы. Я думаю, что для нас эта акция особо значима, так как в школе, помимо общеобразовательных классов, есть кадетские классы. Кадетские классы специально созданы для усиления воспитания патриотического. Это Знамя Победы, оно память о тех наших прадедах, дедах. Для кого-то это живая память. Эта память хранится и в семье директора 226-й школы Светланы Кутузовой. Мой папа, ему было 18 лет, он попал на фронт. 5 лет тяжелой войны. Вступил в Берлин. Все это его проходило на глазах у парня, которому было 23 года. Потом был Дальний Восток. А потом только возвращение. И вот его воспоминания живы. И сейчас, поднимая это знамя, я поднимаю его не только как знамя, которое передано, но и как память папе и всем тем, кого ж с нами уже нет. Украсившие город знамена – это символ нашей памяти и благодарности воинам-победителям, защитившим право будущих поколений жить под мирным небом. Александр Абаимов, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».